Аркадия Арканова и Станислава Говорухина уговорились сняться в передаче о, вы не поверите, о шахматах. На съемку они явились в разное время, но в одно и то же место. Вип-зал казино. Да, еще одна деталь: Говорухина и Арканов умеют ценить красоту не только шахматную, но и женскую. Ну что? Ну, отлично. Вы считаете, отлично? Отлично, конечно. А вы давно играете? Нет, вот научился. Ой, нет, что я делаю? А, все, пошли, пошли, пошли. По-моему, она на вас воздействовала. Вы пошли, 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 все. Нет, будьте снисходительны к мастеру. А, вот так. Пойди, конь G5, E6. Я так делаю раз, два и конюшка сюда. А я опять убежал. Ну что ж вы все время убегаете? Здесь останавливаюсь. Молодец. Молодец? Давайте, если я у вас выиграю, вы снимаете меня во всех следующих фильмах. Отлично, ешь ферзя. Ферзя у него ешь. Ферзя H3. Да-да, ешь ферзя. Я ем вашего. Правильно. Даму вашу. Ну, давай, ладно. Вот так. Опа! Так, ферзь Е6, Д6. Нет, не бей, никого не бей. Шах. Ферзь Д6, да. Стоп, стоп, да. Опа! Опять шах. Все, сдаетесь? Можете раздеваться. Раздеваться будет. Ну так что? Ну, ребята, ребята. Я же, по-моему, все лицо размазала. Ферзем просто съешь пешку. Ферзь Б8, бьет А7. Ничто не предвещало беды. Я тогда буду сегодня вот работать вот этим. Давай, пожалуйста. Давай. Да, данная мне власть, девушка сказала, я сегодня буду работать вот этим. Нет, нет, ты куда? Ты куда? Нет! А что это было? Черт, ты ферзя подставила. Не ту. Не ту пешку. Верни ход. На зеленого ферзя. Ты ферзя отдала. Вы зевнули ферзя. Нечестно, нечестно. Другуш. Давайте почерк. Кто-то должен раздеться сегодня. Я же зевнул ладью. Да, ферзь бьет А7. А я не понял. Другую пешку в другую сторону на А7. Рядышком. Давайте, давайте так тогда. Я могу же в разные стороны, да? Хоть куда угодно. Ну тогда сюда. Вот. Вот так, вот так, да. Так лучше. Джентльмен. Так лучше. Опять шаг? Опять мы убежали. Вот вы замечаете, а я нет. Слон G5 бьет F6. Вот так. И вашего коня я забираю тоже. Ой, мама. Смотрите, у меня уж какая коллекция, вам не стыдно вообще? Да стыдно, ну а что делать? Ну что, ну конечно, терпеть нужно. Что ж тут? Такие. Что тут сделаешь, правильно? Да, держитесь. Стыдно, ну, да. Стыдно. Ходи, ходи, конь C3, бьет D5. Пешку бей, да-да-да. Там, та-дам. Та-дам. Правильно. Так, там, та-дам. Все. И трубку вам не помогает. Ну, давай вот так. Опа. Ну, хорошо. Уходи, ферзь. Уходи, ферзь D6, D8. Дальше, дальше, дальше. Дальше, да, стоп. Стоп. А вы давно, кстати, играете? Хоп, и пешки тоже нет. Ой-ой-ой. Я вас объела вообще с ног до головы. Ой-ой-ой. Ну-ну-ну, держитесь. Ну ладно. Держитесь, держитесь. Ребят, шах взял. Как? Да, так. Уходи королем в сторону, а F1. От шаха не умирают, знаешь ты? А я от вас теперь тоже убегаю. Я вас съем конем, вы не против? Да-да, бей. Конь F3, B5. Вы мне потом распишетесь, накажете? Хорошо. Хорошо. Студия замерла. И теперь все пойдет вперед у меня. Ну, не все. Ну что же мы друг от друга все бегаем да бегаем. Все, отлично. Ходи, ферзь D8, B8, мат. Мат ставь. Ферзь D8, B8. Ну. Все. Нет. На B8. Вот, вот так. Да. Я тут остановлюсь. Мат, это мат. Тоже правильно, мат. Другим ферзем вниз снова на B3, на B1. Вот и это мат. Правильно, мат. Молодец. Чего? Мат. Мат это все? Мат. Да. То есть вы мне проиграли? Конечно. Мне проиграли? Да. Да ладно. Да вы что? Вы только не расстраивайте, вы видите, если в шахматы плохо играете, наверное, во что-то другое хорошо играет. О, друзья!
вас на самом деле играла вице-чемпионка мира Александра Костенюк. Победила программа «Розыгрыш». Аркадий Арканов, Станислав Говорухин, прошу вас сюда под аплодисменты всех присутствующих. Даже не знаешь, с кого начать. Я думаю, начнем со Станислава. У него как бы ситуация попроще, полегче. Дело в том, что понятно, что проигрыш в шахматы, как и карточный долг, надо возвращать. Все это думают, кого же Станислав Говорухин будет снимать в своих новых, замечательных, широкоформатных, полнометражных произведениях. Поздравляю вас, Станислав, вы решили проблему главной героини. Ну, на самом деле, конечно, девушка... А где она? Девушка придет. Не, она, по-моему, уже прямо на съемке придет. Хорошо. Естественно. Нет, ну, конечно, она загнула по поводу всего репертуара и всех фильмов, но в одном кине снять девушку придется. Да с удовольствием. С огромным удовольствием. Сейчас мы разобрались с шахматным долгом Станислава. Аркадий, а вот вам-то придется раздеваться. Совсем. Ну а как вы, ходи. Прямо в эфире программы «Розыгрыш» сейчас. Сейчас, давайте мы с вами еще чуточку пообщаемся, потом... Раздевайся, сними микрофон. Не-не-не, подожди. Это долгое, красивое действие. Мы с вами сядем в зрительный зал, чтобы не упустить ни одного нюанса этого феерического шоу. Перед этим все-таки... Вот у меня было ощущение, что вот Аркадий, он более доверчивый человек. Он как-то отдался игре. Вы вот такое ощущение, что вот какую-то фигу в кармане держали во время розыгрыша. Что-то вам вот не давало почувствовать истинности всего происходящего? Ну да, да. Дело в том, что я играл в поддавки. А, нет, это сейчас говорили. Ну, конечно, я поддался, нет, да. Нет, нет. Вот это вице-чемпионка мира и чемпионка Европы Саша Костенюк, мой давний соперник в шахматах. То есть какой соперник? А я с ней часто играю. Она со мной играет, не глядя на доску, и дав мне еще фору, фигуру. И по-прежнему счет... И всегда выигрывает. 84-0 где-то, да, в ее пользу. Так что если бы я с ней играл не в поддавки с этой девушкой, я проиграл бы еще позорнее. И тогда вы бы еще больше расстроились, наверное. Вот тогда бы расстроил. Аркадий, а вы есть святая душа? Я шуточки душа, соленые, да, куда, ходить куда хотите. Я пока еще не голоден. Ур. Но... Правильно было сказано. Я сразу обратил внимание... И думаю, зачем это там перед входом в космос, там оголенные такие симпатичные девчонки. Я говорю, а что это? А это, говорит, плейбой снимает. Ну и когда у нас перегорела эта штучка, вдруг появляются эти девочки. Говорят, холодно на улице, можно мы здесь погреемся? Погрейтесь. И одна из них, гениальная, кстати, потрясающе точно сделала образ вот такой вот. Ой, это гениально она сыграла, очень здорово. Мама, будет счастлива, это вы. Ну, я такие встречал таких. И я купился сразу. А можно в шахматы? А коняшка как ходит? Я думаю, ну... Царь. Ну, лохиня, думаю, полная. Ну, я с ней стал играть так вот, спустя рукава. Потом смотрю, она, извините, каждый ход делает очень грамотно. Но подозрений у меня не было. Я думаю, ничего себе, я-то какой лох, кому я проигрываю? И так ход за ходом она меня замотовала, я не догадался ни в один момент. Это гениально. Странно.